В цехах товарищества «Акбарс НК» сегодня жарко. Линия по производству лапши быстрого приготовления уже работает. Идет пусконаладка. Работницы предприятия стараются подстроиться под темп конвейера. Технолог – отладить рецептуру. Все приходится делать, полагаясь на собственные знания. Посоветоваться не с кем. Кроме рудничан, производством такой лапши в Казахстане никто не занимается. В Казахстане аналогов лапши быстрого приготовления нету. По крайней мере, нам известных, вообще официально работающих заводов таких нет. Поэтому, основываясь на зарубежный опыт, изучая литературу, интернет, своим опытом, как-то вот своими руками собирали линию рабочей энергетики, так и запускали ее методом своего опыта. Весь процесс производства от замеса теста до упаковки занимает около 30 минут, говорит Светлана. Прежде чем начать производство лапши быстрого приготовления, предприятие достаточно долго изучало рынок. И сегодня рудничане готовятся производить 96 миллионов упаковок лапши в год. Мы экспортоориентированное предприятие, поэтому в данный момент, после того, как произойдет пусконаладка и настройка, окончательная настройка производства, первые договоренности с потребителями в России, в Киргизстане, в Узбекистане и в южных регионах нашей страны уже есть. Производство лапши быстрого приготовления попало в карту индустриализации Кустанайской области. Официально введено оно будет до конца нынешнего года. Планируется, что будет производиться лапша с несколькими разными вкусами. Но, кроме всего прочего, на Руднинском заводе намерены выпускать лапшу быстрого приготовления по стандарту «Халяль». Соответствующий сертификат предприятие получило в марте нынешнего года. Мы единственная лапша быстрого приготовления в мире, которая сертифицирована по стандартам «Халяль». Это стандарты получили мы не просто так. То есть мы целенаправленно шли к этому. Мы искали своего потребителя, который понимает данную сертификацию, данные стандарты «Халяль» и ищет непосредственно такую продукцию. Мы работаем с халяль-производителями муки, с халяль-производителями растительного масла, с халяль-производителями упаковочной пленки и специй добавок. Азамат Нургазин говорит, что они не зря поставили такое сложное производство именно в Северном Казахстане. Это зерносеющий регион. Соответственно, основное сырье для производства лапши – мука – здесь наиболее дешевое, что должно сказаться на конечной стоимости готового продукта. Бауржан Ержанов, Валерия Зиновьева, РТН.